Автоцентр «Лада», город Уфа, Республика Башкортостан. Обогревается система отопления теплопанель. Водяные потолочные излучатели располагаются на потолке сверху вниз, испуская тепловые лучи, создавая необходимую температуру непосредственно в рабочей зоне нахождения слесарей, механиков. Вся площадь центра нагревается равномерно. Комфортно находиться сотрудникам. Мы видим, что они находятся в работе на объекте в майках. Высота помещения около 10 метров. При этом поддерживается температурный режим в районе 22 градусов, что очень комфортно. При такой высоте у нас экономия при использовании лучистых систем отопления порядка 40-50%. Панели не занимают полезную площадь. Все стены свободны. Мы видим, что можно расставлять как угодно оборудование. Полы свободны, если вам нужно переставить подъемник в какое-то другое место. Вы не будете смотреть, где расположены трубы теплого пола, для того, чтобы исключить попадание анкера. Поэтому, друзья, обращайте внимание на инновационное энергосберегающее отопление российского производителя компании «Теплопанель». Водяные потолочные климатические панели создают необходимые температуры в помещении. При этом без эффекта костра, у вас не печет голову, вам абсолютно комфортно 24/7. При этом система подлежит легкой регулировке, малоинерционная. При использовании с автоматикой есть возможность контролировать температуру в течение дня в режиме день-ночь, рабочие выходные дни. Поэтому используйте современные решения. Если вы планируете строить себе автосервис, СТО, шиномонтаж, подписывайтесь на наш канал, заполняйте форму обратной связи. Мы обязательно свяжемся с вами, покажем вам реализованные объекты, наиболее близко расположенные к вам, либо из вашей отрасли, и покажем, как это работает в действительности. Договоримся с вашими заказчиками, с монтажниками, проектировщиками, которые могут вам помочь, сказать. Ну, а мы сами готовы обеспечить вам шеф-монтаж, монтажную схему, пусконаладочные работы или рекомендовать монтажную компанию, которая может осуществить подвес панели, запуск системы, отрегулировать, сбалансировать. Вот здесь используемая система теплопанель ТП2. По одной панели идет подача, вот мы видим, а по соседней идет обратка, что позволяет минимизировать трубопроводы, сократить затраты. То есть мы имеем возможность подвести трубопроводы только с одной стороны, вот обратите внимание, только с левого края у нас идет и подача, и обратка. В противоположный конец трубы не идут, то есть у нас петлей идет теплоноситель в системе. Современное решение для современных помещений — климатические водяные потолочные панели, теплопанель.